Армен, несколько слов о ритейл-форуме Batimat Russia. Что здесь происходило, какое мероприятие, насколько оно актуально, какие темы поднимались и ваше участие в нем? Ну, тематика DIY здесь обсуждалась сегодня, что неудивительно, форум посвящен именно стройке. И мы обсуждали больше инновационную часть, связанную с DIY. Конкретно, если мы говорим про DIY в данной секции, это цифровизация и интернет-продажи продукции из области DIY. Это перспективно. Я бы даже не сказал, что это будущее. Это и прошлое, и настоящее, и будущее в том числе. Сектор экономики будет сильно довольно-таки развиваться как в России, так и за рубежом. И конкретно моя часть была про международный опыт, про то, как российские предприятия, которые производят и дистрибутируют продукцию из области DIY, могут продвигать, продавать свою продукцию на международном рынке. Как строился диалог? Были ли интересные вопросы из зала? Ну, во-первых, мне было приятно увидеть множество знакомых лиц. Это представители крупных DIY-сетей и не только. Мы обсудили опыт, реальный опыт по дистрибьюции, по продаже DIY-продукции через различные каналы. Разобрали, какой из этих каналов более эффективны, какой менее эффективны. Ну и наметили некоторые тренды, которые ожидаются у нас в будущем. Поделитесь. А тренды основные, ну, кастомизация в первую очередь, а уже кастомизация переходит медленно в расширение рынков сбыта, это уже мой небольшой такой огород, это история про расширение рынков сбыта за пределы России в первую ЧАЭС, а дальше уже международный рынок. А ваше мнение, насколько такие мероприятия полезны для современного зрителя, вообще для аудитории и пожелания Batimat Russia деловой программе на будущий год? Несмотря на то, что мы живем в цифровую эпоху и очень много каналов коммуникации, нужны офлайн такие мероприятия, на которых отрасль приходит, видит друг друга вживую и коммуницирует друг с другом. И, можно сказать так, улавливает тренды, осваивает опыт своих, в том числе и конкурентов, для того, чтобы применить его в своем бизнесе. Поэтому, да, спасибо большое Batimat Russia за то, что устраивает такие мероприятия, и в том числе зовут меня на них.